Сегодня будем ремонтировать, вернее, произведем замену батареи на ручке, которая предназначена для рисуем светом игрушки. Этот маркер уже высох, не работает. Новый я заказывал, обзор на него делал. Но здесь у нас получается вот такого плана батареечка с названием LP41. Следовательно, в фикс прайсе были приобретены вот такие вот батарейки. Соответственно, нам нужны батарейки AG3, вот эти. Их тут только две штуки, поэтому будем использовать одну старую батарейку и к ней приспособим две новых. Для начала нам нужно вскрыть батарейки. Если вы покупаете батареечки в фикс-прайсе, для того, чтобы они не испортились, не обязательно вскрывать все сразу, кидать их в какой-то один контейнер, чтобы они там перемешивались, терлись контактами друг от друга. Ну, короче говоря, это лучше не делать. Если вы их будете хранить вот в такой таблеточной форме, то, я думаю, будет намного надольше. Так, открывается здесь очень легко. Ничего крутить не надо, просто насаживается насадка. Вытаскиваем контейнер. Далее нам нужно будет поставить три батарейки. Ну, чудо не произошло. Наверное, другая полярность должна быть. Сейчас попробуем вставить наоборот. Очень важно среднюю вставлять испорченную батарейку. Ну и опять же, ничего не выходит. Значит, нужно будет приобрести дополнительный наборчик с батарейками. И поставить третью батарейку, ту, которая там должна быть. На двух батарейках пытается, но не совсем выходит. LP41 у нас разряжена. Хотя нет. Вот, нормально заработала. Этого вполне хватит на какое-то время. Но и теперь эти батареечки AG3, их можно использовать для замены в этой ручке. Это стандартная ручка, которая шла вместе с игрушкой рисуем светом. Так, собираем. Маркер работает. Все. В следующий раз будем знать, что AG3 аккумулятор. Вернее, батарейка у нас, вот она, AG3, идентична нашей LP41. Кому было полезно, ставим лайки либо дизлайки, оставляем комментарии, подписываемся на канал. Вот такой вот спектр у нашего карандаша. Всем пока!